Доброе утречко. Всем. Всех с добрым утром. И добро пожаловать на пятый день. Начнем чуть-чуть сидя. Надеюсь, утро у всех добренькое. Ну все, 2 минутки прошло. Я думаю, кто опаздывает, подсоединится, присоединится. Мы начнем с позы. Вот осознайте сейчас позу. Какая у вас сейчас поза? Ну, в общем-то, любая поза. Вот я просто сижу на полу, чувствую седалищные бугры. Да, понимаете, да? Сидеть не на ягодицах, вот так. И если кто на стуле, не на бедрах, на седалищных буграх. Вот почувствовать седалищные бугры и таз через них. Да? Таз. Чувствуем таз. Ноги. Ну, там какой-то перекрещенный, или можно их как-то выкинуть, если совсем любая. Мне на коленочках можно сесть. Просто... чтобы можно было неподвижно посидеть 2 минуты. Сели, остановили все движение. И на вдохе потянулись, выросли на вдохе макушкой вверх. На выдохе стекаем вниз. Через точки опоры, седалищные бугры. Вот так. Хорошо. Теперь глаза, ну, у нас не закрыты, да? Глазами посмотрели, то есть внимание в зрение вывели, почувствовали, как вот у нас вот, взаимодействие через зрительный канал, взаимодействие с объектами. И не управляйте этим, а просто понаблюдайте, как происходит, если ничего не делать, а вот взгляд... становится на одном вот объекте, на другом. Что-то можно заметить. Вот вы, если каждый день сидели в одном месте, что-то можно заметить, увидеть, разглядеть, насытить зрение, канал зрения и как бы взаимодействовать с чем-либо, что вы видите. Хорошо, теперь можно глазки прикрыть. Мягко прикрываем глаза. Послушайте пространство. Мы сейчас как бы разминаем перед тем, как разминать физически что-то. Вот прямо поток будет очень большой. Очень большой поток информации из тела. Мы сначала канальчики подраскроем. Вот сейчас звук, слуховой канал. Много моего голоса. Возможно, у кого-то есть за окном звуки, за дверью, там, за стеной. Бывает в домах слышно сверху, снизу, что там люди делают. Кто-то пошел там на каблуках по потолку, да, ну и так далее. Там какая-то история всегда есть со звуками. Угу. Теперь со следующим очередным вдохом переходим к обонянию. Вдыхаем ароматы, которые присутствуют. Вот. У меня традиционно я вдыхаю аромат чая. Если он у вас есть, вдохните аромат чая. И когда будете завтракать сегодня или обедать, то вот это, скажем, запах еды. Это встроенная эволюционная функция для определения, подходит мне лично эта еда или нет. Вот я вдыхаю аромат, и у меня появляется отклик. Ну, в данном случае он положительный. Раз он положительный, я пробую. В
вкус. Перешли на вкус. То есть можно представить, что мы что-то пробуем. Или почувствовать послевкусие, если уже был завтрак или кофе, там, чай, что-то такое. Хорошо. И переходим к телесным ощущениям. Вот мы их уже чувствовали. Вес тела, седалищные бугры, ось, позвоночник, макушка, макушечкой. Внимание, мы из макушки такую антенку, луч внимания запускаем в небо. Так, я надеюсь. Так, раз, два, три. Надеюсь, трансляция-то идет. А вот сейчас идет трансляция. По-моему, микрофона не было. Алло. Раз, два, три, раз, два, три. Вот сейчас точно есть звук. Извините, не был подключен микрофон. Давайте еще раз все проверю. Мы переходим к телесным ощущениям. Вот сейчас должен быть звук. Это я про Телеграм. ВКонтакте там все в порядке. Да, должно сейчас идти. Извините, что не проверил. Что-то трансляция не хочет. Не хочет, да, трансляция идти? Так, если есть возможность, дайте знать, кто в Телеграме, идет ли трансляция. Вот. И мы перешли к телесным ощущениям. Вот этот поток ощущений из тела. Почувствовали свое дыхание. И начинаем двигаться. Встаем на коврик. Встаем на коврик. Почувствуйте свои ступни и пальцы на ногах расправьте веером прямо. И зацепитесь всеми пальцами. Всеми пальчиками на ногах. И мы вытягиваем руки и начинаем немножечко телесных ощущений добавлять движением. Пальчиками двигаем. Сжали, разжали, сжали, разжали. Вытянули. Вот так вот. И вверх-вниз, 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 вверх-вниз. По кругу. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Встряхнули. Встряхиваем. Вот таким образом встряхиваем. Кисти расслаблены. Вращаем в локтях. Вращаем в локтях. Почему опять не идет звук? Вот сейчас он идет. Почему-то все время сбрасывается. Ох, последний день. Ну, надеюсь, дальше будет без сбоев. Вот. Теперь плечики. Плечи, ключицы, лопатки. Начинаем вращать назад. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Синхронизируем на этом этапе с дыханием. Вперед. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. По очереди. Раз. Два. Три. В другую сторону. Раз. Два. Три. Ручки в стороны. Начинаем разворачивать плечи и грудной отдел в крайний вдох. И скругляем выдох. Давайте без головы. Вдох. Смотрим горизонт. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Руки на пояс, на таз. Раз. Покрутили. Два. Три. Четыре. В другую сторону. Раз.
два, три, четыре. Хорошо. Теперь шея. Отвели, вдох, привели, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Внизу остались. Покачали вправо-влево. Вот натянули чуть-чуть правее, чуть левее. Ровно. Смотрим в горизонт. Посмотрели влево вдох. Прямо выдох. Правый вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь вот поближе подойду. Голову отводим. Наклоняем в сторону, смотрим вниз, возвращаем. Наклоняем в сторону, смотрим вниз, возвращаем. И вот начинаем зацикливать вот это движение в плавное. Вот оно должно быть очень приятное. Плечи стараемся не задействовать. Хорошо. Теперь крутим в другую сторону. Наклонили, отклонили голову, посмотрели вверх. Отклонили голову, посмотрели вверх. И, скорее всего, там целый букет ощущений из позвонков, из различных сухожильных связочек. Вот такое необычное движение. Хорошо. Теперь кошка лижет шорстку. Возвращаем. Лизнули. Возвращаем на место. Лизнули. Затылком назад. Назад. Теперь киваем. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. Правое плечо. Раз. Два. Три. Четыре. Кивнули. Раз, два, три, четыре. Левое плечо. Раз, два, три, четыре. В обратную. Раз, два, три, четыре. Почувствовали шею, плечи, трапеции. Опустили голову вниз и по кругу запустили. Раз, круг. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. В другую сторону. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Все, почувствовали ощущения, как поменялись внутри головы, в шейном отделе, в позвоночнике. И двигаемся. Теперь спускаемся по позвоночнику вниз, в таз вот сюда. И начинаем ножкой тазобедренный суставчик разогревать. В одну сторону. Раз, два, три, четыре. В другую. Второй суставчик. Прям можно ручки положить вот здесь. Там головки бедра можно почувствовать, как крутится. Три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Встряхнули. Давайте по ягодичкам постучали. Коленки разогрели. И ягодицы одновременно. Хорошо. Теперь ступни на себя, от себя, на себя, от себя, на себя. Вот включили вот это движение. Покрутили. В одну сторону, в другую сторону. Встряхнули. Теперь можно поставить пальчик, пяточку, большой палец вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Натянули носочек, постучали. Хорошо, вторая. На себя, от себя, на себя, от себя, на себя, от себя, на себя. Покрутили. В другую сторону. Большой палец. Поставили пяточку вверх.
Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Натянули. Постучали. Угу. Стопы почувствовали. Голеностопы. Теперь движение традиционно. Отошли. И поджимая пальчики, сжимая пальчиками, через пальчики сжимая ступню. Потом ее разжимаем, сжимаем, разжимаем, сжимаем. Получаем движение. Движение, вот вблизи показываю. Движение вперед. Вот, понятно? И удар пяточкой в пол. Хорошо. Двигаемся. И в начало коврика. Приходим в начало коврика. Чувствуем, как поработали вот эти мышцы берцовые. Можно погладить тут икры. Хорошо. Начинаем. Сегодня мы пройдем все сурьи, которые были 4 дня. Первая, вторая, там, третья, четвертая. Все по одному разу сделаем, и это у нас будет такой комплекс расширенный. Начнем с дыхания. Руки через стороны вверх, дыхание уджайи и вдох. На носочках поднялись. Выдох. Уджайи, сохам, помним, да? На вдохе дышим со. На выдохе опускаемся хам. Со. Потянулись, 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 потянулись. Хам. Руки вперед, прогиб, заходим, вдох. Со. Хам. Активируем дыхательный центр, вдох. Кончик языка на верхнем небе. Выдох. Все время часть внимания наблюдаем за своими ощущениями. За психоэмоциональным состоянием, состоянием ума. То есть это медитация в движении у нас. Руки в стороны, вдох. Раскрылись. Ой, да. Макушка в небо. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Ладошки перед грудью, вдох. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Мягкий прогиб. Дыхание уджайи. Выдох, наклон. Поставили пальчики. Живот на бедра. Правой ногой назад. Широкий шаг. Колено вниз. Вдох. Выдох. Собака головой вниз. Колени в пол. Вдох. Прогиб. Планка, выдох, и медленно в планке ушли вниз. Ребрышко нижнее поставили, вдох, как опору. И тазом толкнули также, выдох, собака головой вниз. Правой ногой вперед, вдох, колено вниз. И вспоминаем Удияна Банха. Выдох. Втягиваем живот после выдоха. Руки через стороны вверх. Выдох.
На вторую ножку вдох. Выдох. Втянули живот. Левой ногой назад вдох. Посмотрели вверх. Выдох. Втянули живот. Колени вниз. Вдох. Кошка. Прямая спина, планка. Опустились вниз. Вдох. Прогиб. Выдох. Собака головой вниз. Втянули живот. Ладошки перед грудью. Руки через стороны. Второй круг. Следующая сурья. Выдох, наклон. Правой ногой отшагнули, нога прямая, руки вверх. Выдох. Планка. В планке вдох. Выдох. Колени, грудная клетка, подбородок вниз. Таз вниз, макушка вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Втянули живот. Правой ногой вперед. Ручки вверх. Наклон. Выдох. Голова висит. Втянули живот. Руки через стороны вверх. Вдох. Вниз. Выдох. Вдох. Прогиб, выдох, наклон. Левой ногой вдох. Руки вверх. Выдох. Планка. Планки вдох. Опускаемся. Колени, грудная клетка, подбородок. Кобра, вдох. Собака головой вниз, выдох. Тянули живот. Левой ногой вперед. Вдох. Выдох. Наклон. Тянули живот. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Все время внимание в телесные ощущения. Ну что, третий круг пошли. Вдох. Следующая сурья. Наклон, выдох. Посмотрели пальчиками. Опираемся, смотрим вперед, вдох. Отшагиваем вниз. Планку, выдох. Нижняя планка. Собака головой вверх, вдох. Перекатились через пальчики. Ног. Собака головой. Вот можно через нижнюю. Вниз. Выдох. Поправили позицию. Вдох. Пять дыханий. Выдох. Пауза после выдоха. До выдох. Втянутый живот. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Можно сделать Агнисара Дхаути. Тянули. Помним, да, что такое? Вдох. Подшагнули двумя ногами. Посмотрели вперед, выдох, ушли еще глубже в наклон, присогнули ноги, пошли вверх, вдох, выдох, руки через стороны, выдох, расслабление, присогнули ножки, вдох, руки вверх, садимся как на стульчик, ниже, 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 выдох, наклон.
Смотрим вперед, вдох. Прогиб. Нижняя планка. Чатуранга дантасана, выдох. Собака головой вверх, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Правой ногой шагнули вперед. Пятка задняя в пол. Вдох. Выдох. Планка нижняя. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Левой ногой вперед. Вдох. Задняя пятка в пол. Выдох. Четуранга. Вдох. Вверх прогиб. Можно с прямыми руками. Выдох. Собака головой вниз. Дышим. Вдох. Животом. Мягкий живот. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Руками отталкиваемся. Выдох. Тянули. Голова висит. Смотрим вперед. Подшагиваем. Вдох. Наклон, выдох. Согнули ноги. Ручки вверх, стульчик. Вдох. Выдох. Хорошо. Сейчас внимательнее, будет чуть посложнее. Вдох. Ручки вверх. Будет стойка на одной ноге. Выдох. Позиция на одной ноге. Поднимаем левую ногу, вдох. Смотрим вперед. В прогиб пытаемся зайти. Выдох. Уходим в глубокий наклон к ноге. Правая нога, правая рука на пятке. Теперь правая рука в пол. Вдох. Вытянулись в линию. Руки в одну линию, ножка еще выше. Выдох. Посмотрели вниз, рука над головой, вдох. Выдох. Зафиксировали. Паривритта, скрученный вариант. Левая рука вниз, правая вверх. Вдох. Еще ножку выше. Выдох. Молодцы. Теперь на правой ноге встаем, вдох. Ручки вперед. Выдох. Вирабхадрасана 3, вдох. Опускаемся. Шаг назад. Выдох. Широкий. Ручки вверх. Вдох. Вирабхадрасана 1. Выдох. Нижняя планка. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Втянули живот. Правой ногой шагнули, вдох. Ручки вверх. И выдох. Наклонились к ноге. Левая нога вверх. Подшагнули. Вдох. Смотрим вперед. Наклон, выдох. И руки через стороны вверх. Вдох. Через сторону вниз, выдох. Молодцы. Вторая ножка, вдох. Выдох. С удовольствием ощущаем все приятные ощущения. Правая нога вверх, вдох. Смотрим вперед. Выдох. Захватили левую пятку. Голова вниз. Хорошо. Левая рука под плечом. Развернули таз и плечи. Вдох. Рука вверх.
Посмотрели на ручку. Выдох. Голова вниз. Взгляд вниз. Вдох. Рука над затылком. Нога выше. Выдох. Ручку опустили. Левую вверх. Вдох. Нога выше. Выдох. На колени обе ручки. Вдох. Руки вперед. Выдох. Вдох. Хорошо. Опускаемся на широкий шаг. Выдох. Руки вверх. Вдох. Нижняя планка. Выдох. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Левой ногой шаг двое вперед. Вдох. Руки вверх. Выдох. Наклон к левой ноге. Правая вверх. Посмотрели вперед. Вдох. Опустили ножку. В наклоне выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. И через стороны вниз. Выдох. Ладошки перед грудью. Можно сделать пару-тройку дыханий. Восстановить дыхательный ритм. И дальше у нас чуть-чуть новый материал. Сурья в статике. Что такое в статике? Мы делаем статические удержания в асанах. Руки через стороны, в замочек. Замок толкнули вверх. Руки назад. Голова вперед. На носочках встали. Дышим, вдох. Прямые руки назад. Копчик вниз, выдох. Два, вдох. Выдох. Три, вдох. Давайте по три дыхания. Выдох. Опустились. Ручки вниз. Наклон, вдох. Выдох. После выдоха втягиваем живот. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Руки на колени, согнули колени. Ребрышки поставили на бедра. Ручки вперед. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Ручки выше. Выдох. Хорошо. Отшагнули собаку головой вниз. Здесь сделали вдох. Выдох. Левая нога вверх. Вдох. Выдох. Два вдох. Держим. Выдох. Три вдох. Выдох. Посмотрели вперед, шагнули широким шагом. Приподнялись. Ребрышко поставили на бедро. Руки вперед. Вот поменяли позицию. Вдох. Выдох. Из задней пятки вытягиваемся. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отшагнули на место. Правая нога вверх. Вдох. Выдох. Ножку выше. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Шагнули вперед. Вирабхадрасана с фиксацией ребрышка. Вдох. Ребро на бедре. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Поставили пальчики. Развернулись в пирамиду. Поднялись. Пирамида.
Стопы параллельно, руки в стороны, вдох. Выдох. Опустились в наклон. Пальчики под... Вот спинка прямая, пальцы под плечами. Смотрим вниз. Развернулись правой рукой вверх. Вдох. Выдох. Смотрим на большой палец вверху. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Поменяли. Правый внизу, левый вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ладошки поставили под таз. Опустились в наклон. Голова идет в пол. Вдох. Выдох. Можно втягивать живот. Вдох. Можно ладошками зацепиться за пятки. Выдох. Вдох. Выдох. Тянули. И еще вдох. Выдох. Тянули. Хорошо. Садимся. Ножки вытягиваем перед собой. Захватили пальчики на ногах. Ягодицы назад. Пасчиматанасана. Верхняя. Вдох. Потянулись макушкой вверх. И опустились вниз. Выдох. Дышим. Вдох. Выдох. После выдоха здесь можно втягивать живот. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, поднимаемся. Ножки чуть-чуть, таз чуть-чуть вперед. Ложимся на спину. И уходим в халасану. В халасане дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ноги вверх подняли. Руки в стороны. Носочки на себя. Над левой рукой заносим вдох. Вверх выдох. Над правой рукой вдох. Смотрим влево. Вверх выдох. Над левой рукой вдох. Выдох. Над правой рукой вдох. Лопатки на полу остаются. Выдох. Над левой рукой вдох. Выдох. Над правой рукой вдох. Выдох. Хорошо. Беремся под бедра. Садимся на копчик. Держим уголок. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Сгибаем ноги, встаем. Ноги ширина таза. Руки на коленях. И теперь нам нужно сделать 5 втягиваний живота. Первое. 5 секунд, вторая 10, третья 15, четвертая 10, пятая 5. То есть вверх и вниз. У кого освоено Агнисара Дхаути, дышим Удьяна, Агнисара Дхаути, Наули, Агнисара Дхаути, Удьяна. У кого не освоено, просто втягивание живота. Это Удьяна. Это Агнисара Дхаути.
Это навыки. Ну, в данном случае динамическое. Хорошо, поехали. Вдох. Со звуком ха. Втянули. Вдох. 10 секунд. Втянули. Вдох. 15. Вдох. 10. Вдох. 5. Все, отпустили. Ножки вместе, ручки вверх, вдох. Выдох. Восстанавливаем дыхание. На носочках подняли, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ноги. Ширина коврика. Опускаемся вниз. Ага. Как асана. И сидим, наблюдаем. Дышим. Вытягиваемся позвоночником вверх. И здесь, если есть возможность, вставляем пустую одеяло. Хорошо. Приподнимаем таз. И пробуем поставить ладошки сзади. На между ног. Позиция на четырех точках. То есть, если это возможно, ножки убрали. Ага. Опустили. Ноги вместе. Перешли в бакасану. Или сделали попытку выйти в бакасану, или здесь зависли, сделали вдох, выдох, вдох, выдох. Садимся и ложимся. Руки под таз, вытянули спинку, легли. Позвонок за позвонком положили. И сделали три глубоких вдоха и выдоха. Три глубоких вдоха и выдоха. Почувствуйте, как поменялось ощущение, психоэмоциональное состояние, такой статус тела, вот насколько он расширился, может быть, как утро поменялось. Вот. Сначала восстановить дыхание. Если не восстановилось еще, глубокий вдох, длинный выдох. Еще 6 дыханий с ладошкой на животе. Ладошку положили. Еще 6 дыханий. Просто наблюдаем, как ладошка двигается.
Наблюдаем, как двигается ладошка на животе. В шавасане. Представьте, что тело лежит в каком-то приятном, теплом, безопасном, красивом месте. Вот у меня слышится прибой, пение птиц. Я чувствую песок теплый. И на этом песке начинаю как бы растекаться. Тело становится мягким. Дыхание еле заметным. Давайте улыбнемся теперь. Такая, не как вот эта голливудская улыбка, да? А даосская, внутренняя улыбка. Она чуть снаружи видна, как разведение кончиков губ в стороны. И эту улыбку можно поместить, вот это ощущение, в грудную клетку, в сердце, улыбнуться сердцем. Вот представьте, что сердце улыбается. И вот из этого состояния внутренней улыбки можно пригласить в наш воображаемый вот этот экран, ну, какого-нибудь приятного, любимого, может быть, человека или существо, и улыбнуться, подарить вот из сердца улыбку, почувствовать этого человека или существо рядом, пожелать счастья. Потом отпускаем этот образ, приглашаем, ну, кого-нибудь, кто не вызывает ни положительных, ни отрицательных эмоций, нейтрального человека. И также из сердца такой лучик тепла отправляем этому человеку. Он тоже живет, тоже хочет быть счастливым. И делимся теплом своего сердца, улыбкой. И тоже желаем счастья. Можно сказать, я желаю тебе счастья. Отпускаем этот образ. Следующий образ, ну, какого-нибудь неприятного человека. Вот наверняка есть тот, кто мешает, портит все, вызывает агрессию, может быть, гнев, злость. Вот представьте такого персонажа и свои ощущения при этом. Но мы из сердца посылаем ему или ей также тепло, улыбку. Смотрим на этого человека по-другому теперь. Это живое существо. Тоже желает быть счастливым. И поступки, скорее всего, мотивированы как-то. Каким-то своим состоянием и историей, которая была до этого. То есть окутываем теплом и светом своего сердца этого персонажа и желаем счастья, улыбаемся, отпускаем его. И следующий персонаж, это свой образ, пригласите себя, как мне с собой находиться. И почувствуйте это ощущение, то есть как вот, насколько я себе нравлюсь, насколько я вот себя устраиваю, принимаю. И также, какое ощущение я в себе вызываю, от себя же. И также сердцем, улыбкой, теплом своего сердца, светом своего сердца окутываем. Соединяемся сердцем
Улыбаемся и желаем счастья себе. И потом можно представить всех чувствующих и всех живых существ, которые вокруг нас живут на этой планете, как какой-то вот такой единый образ, уходящий в бесконечность. И нашего тепла, нашего сердца, нашего света хватит на всех. Освещаем всех. Вот представляем, что свет, каждое сердце идет. Улыбаемся и желаем, может произнести: «Я желаю всем счастья». Хорошо, на этом этапе можно сделать вдох, на выдохе все отпустить, все образы, прийти в телесные ощущения, здесь и сейчас. Самый важный момент для нас – это здесь и сейчас. Что происходит сейчас? Каково наше состояние? Неважно какое, просто смотрим, что сейчас есть. Элемент випассаны, то есть наблюдаем, как есть. И шевелим пальчиками, руками, ногами, двигаемся, садимся перед экранчиком. Благодарим всех, кто у нас был в эфире все эти дни. Спасибо, что взяли на себя такую аскезу, каждое утро там вставать. Сегодня чуть-чуть много у нас во времени вышло, но заключительный день. Дайте обратную связь, как сегодня, как вообще эта неделя, как вот, может, что-то поменялось при, ну, условии, что вот каждое утро или в записи кто смотрит. Ну, всегда что-то меняется. Вот, если не лень, залезьте вот потом в запись, я запись сейчас выставлю и какую-то поставьте там хотя бы смайлик. Чтобы я понимал, что все хорошо. Вот. А я с вами прощаюсь. Желаю прекрасной пятницы и выходных. И я объявлю потом позже, в пятницу, скорее всего, в воскресенье, скорее всего, вот я планирую прямо по воскресеньям делать вечернюю медитацию, может быть, йога-нидру. Скорее всего, это будет лежачая йога-нидра, такая зарядка, отпускание недели и зарядка на следующую неделю. Вот. А на следующей неделе, это по поводу воскресенья, скорее всего, поздно вечером, там часов 10-9, тоже лайкните, если эта идея нравится, выходить, ну, под руководством, под ведением голоса, помедитировать. Ну, вот мне нравится в йога-нидре, это такая йоговская медитация, сон. Подготовка к сну. И на следующей неделе есть у меня такая мысль продолжить утренние встречи, но уже с основной, скажем, линией, это пранаяма, осваивать комплекс пранавьяяма. Вот такая штука, развитие дыхательного центра. Ну и кто слушал или был у меня на семинарах там «Дыши» или на любых других семинарах, там я всегда про дыхание много чего рассказываю и большое внимание этому уделяю. Вот наша основа, на чем все держится. Первый вдох – это жизнь появляется, и последний, заключительный вдох – жизнь заканчивается. Вот. И то, что между первым и последним вдохом – это вот и наш этот промежуток жизни. Мы от качества дыхания много чего зависит. Вот. Ладно, все объявлю. Дайте обратную связь. Спасибо. Отключаюсь.